О, сегодня с вами Мэри О. О, сегодня с вами Мэри О. О, и с вами Мэри О. В сегодняшнем видео я с вами поделюсь своим любимым рецептом скраба для тела. Ну что, начнем? У меня целлюлит — это проблема как девушек, так и женщин, как худых, так и полненьких. Каждая девушка рано или поздно задавалась вопросом, как же избавиться от него. И знаете, еще 2 месяца назад я столкнулась с такой же проблемой. И скажу вам правду, что никакой таблетки магической нет. Все это работает, конечно, в комплексе. Спорт, правильное питание, массажи и скраб. И сегодня я вам подскажу, как ускорить микроциркуляцию клеток и заставить ваши жировые отложения таять на глазах. Одни из самых любимых моих скрабов — это кофейный. Солевые. И сахарные. Их вы можете сделать в домашних условиях, либо приобрести в любых магазинах. Я с вами поделюсь одним из самых любимых моих скрабов. Для этого вам не понадобится много ингредиентов и много времени. Поэтому записывайте. В этот скраб будет входить розовая гималайская соль, эпсом соль, базовое масло грейпфрута, масло апельсина и витамин Е. Солевой скраб — это отличный пилинг для тела, который содержит минералы, поможет очистить вашу кожу от омертвевших клеток, питательные масла, которые смягчают кожу, и соль эффективно удаляет омертвевшие клетки, и ваша кожа будет быстрее обновляться и становиться более упругой. Этот скраб — это отличный способ очистить вашу кожу, сделать ее более здоровой и мягкой. Я использую этот скраб уже на протяжении 2 месяцев. И результат меня очень радует. Скраб помогает убирать растяжки, целлюлит и приводит вашу кожу в тонус, делая ее при этом упругой и здоровой. Он также улучшает циркуляцию крови и выводит лишнюю жидкость из организма. Делать пилинг очень важно снизу вверх круговыми движениями. И после обязательно мы питаем кожу маслом либо лосьоном. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте пальцы вверх, обязательно попробуйте скраб и пишите комментарии внизу. Пока!